Уважаемый Игорь Николаевич, уважаемые жители города Бобруйска, примите сегодня наши искренние поздравления с государственным праздником – Днем Народного Единства. Этот праздник в честь объединения белорусского народа, присоединения Западной Белоруссии очень созвучен с Российским Днем Народного Единства, когда все под руководством Минина и Пожарского поднялись на борьбу с интервентами. Мировая история богата примерами, когда только объединение народа способствовало процветанию страны. У нас с вами много общего, как между Рыбинском и Бобруйском, так и между русским народом и белорусским народом. Любовь к родине, к своим городам объединяет наши народы и сегодня. В День народного единства искренне желаю всем бобруйчанам здоровья, уважения друг к другу, понимания и милосердия. Верьте в себя, в свою страну, любите ее, живите в мире и согласии. Ваши друзья из Рыбинска.